Свет, ну... Подожди. Лиза, дочь Вали, нашей горничной. Да, она жила у матери. О. Что? В общем... Лёша. О! Пришли. Лиза, знакомься, Ксения Дмитриевна. Это папа Сергей. Папа, это Лиза. Нам тоже. Сын только о вас и говорит. Па, разве не прав? Лиза, можно вас? Можно вас на «ты» называть? Да, конечно. Замечательно. Осторожно, скользко. Ребята,